Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлива. Чистые пруды разрастутся. В 2015 году жилищное строительство будет вестись на двух земельных участках. Рядом с новым микрорайоном и около Слободы Луговые. По данным бизнес-новостей, участком между Чистыми прудами и поселком Новый пользуется сельская академия. Сейчас она готовит отказ от пользования. Второй участок принадлежит бывшему опытно-производственному хозяйству, но не используется уже более 10 лет. Планируется, что там появится не менее 250 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Сейчас определяются источники финансирования инфраструктуры и социальных объектов. Работы по освоению начнутся не ранее 2015 года. Дайджест недвижимости. Проблемы обманутых дольщиков решены на 1%. Такую цифру озвучил в своем докладе на заседании Госдумы Александр Хинштейн. В первом квартале 2014 года в стране построено всего 13 домов для решения проблем 755 обманутых дольщиков. Чиновник утверждает, что это лишь 1% от общего числа пострадавших, говорится на сайте вдалевке.ру. Хинштейн заявил, что если тенденция сохранится, то большинство объектов не будут построены до конца года. На это противоречит поручению президента. Что касается нашего региона, то о ситуации в эфире «Дневного разворота» сообщил начальник управления Государственного строительного надзора Андрей Перминов. В соответствии с приказом Минрегиона 403 у нас формируется список пострадавших граждан. То есть у нас как таковые объекты проблемные там не звучат. Значит, но мы такой список для себя ведем. У нас осталось 9 объектов проблемных. Это до вступления вот в силу этого приказа Минрегиона. И на сегодняшний день в связи с приемом заявлений граждан уже в соответствии с этим приказом у нас 26 проблемных объектов. Новые проблемные объекты, по словам Перминова, в регионе не появляются. По заверению чиновника, власти держат ситуацию на контроле. Дайджест недвижимости. Цены на жилье в новостройках выросли на проценты за один месяц. По данным информационного агентства Роснет.ру, в марте минимальная цена предложения в Кирове составляла 30 тысяч рублей, максимальная – 58 тысяч 500. Средняя цена – 42 тысячи 606 рублей. Это почти на процент больше, чем в феврале. На этом все. В студии работала Дарья Топузлива. Дайджест недвижимости.